Друзья, у нас уникальная эта возможность, наконец-то мы дождались этого долгожданного момента, мы переезжаем в свое здание, мы переезжаем в храм. Поэтому я хочу пригласить каждого из вас 5 февраля. Мы уже собираемся в своем здании, где мы вместе принимаем причастие. Поэтому добро пожаловать в Волочаевская 57 в 11:00. Оповестите всех, родных, близких. Тогда, когда вы будете видеть этот ролик в соцсетях, пожалуйста, делайте репосты, чтобы как можно больше людей были оповещены об этом замечательном, чудесном событии. Потому что для нас это на самом деле великая и большая победа. Я верю, не только для нас, но даже для всего нашего города. Дорогие братья и сестры, просто есть 6 маршруток, на которых ты можешь добраться до места собрания церкви. 24, 44, 44А, 48, 51, 72 проходит тоже рядышком. На трамвае под номером 5 и 14 вы можете легко добраться до нашего храма. Помните, по адресу Волочаевская 57, уже в нашем здании. Добро пожаловать. Аминь.